Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать одну каточку в CSGO, конечно же. Которую, ну, просто тимплей, личный, индивидуальный скилл, и у меня пошла стрельба. Как бы у меня все пошло. Сейчас только загрузится. Вот оно. Лучшие моменты мы смотреть не будем, мы будем смотреть всю катку. А я уже там, если что, нарежу. Ну, может нарежу, может не нарежу. Такое дело. Я вам немножко покомментирую. Надо убрать все в сторону. Вот, начинаем мы за Т сторону. Сейчас пока тут разминочка, загрузочка. Разминаются, загружаются. Бум. Влетело. Боты у нас, как всегда, такие умные. Хард скилл просто у ботов. Так. Я уже пришел в игру. Вот он я. Опять же, разминка неинтересна. Жаль, я не умею перематывать, конечно, демки. Ничего страшного. Разминка. Тут весь файт, он короткий, и вся катка очень интересная. Ну, достаточно, как для меня. Интересно, нашиваю. Там что-то там пытаюсь прошить. Ну, типа засейвился, он убежал. Сейчас я его в спину, конечно же, получу, но... Оп. Вот и в спину получил. Ну, разминка это дело такое. Сейчас надо отомстить. Месть. Ну что, понеслась. А, садимся поудобнее и будем наблюдать сейчас всю эту красивую картину. Хотя первая пистолетка будет для меня скучная. А вот дальше... Дальше все будет как надо. Так, ну у нас идет как 3А, 2Б. Сплетанули просто. Это защита. Сплетуется 3А, 2Б. А мы все на миде. Мид, я смотрю только выход из банки. Что там, какая-то перестрелка. Ну, все, все вы видите, как бы карта, мини-карта есть. Самое мне вот что понравилось, никто не влезает. Никто не влезает вот глубоко. Не выбегают по одному, чтобы получить по шляпе, а именно похолдели, постояли, побегали тут, нашли одного, второго, уже минус два сделали. Мы не спешим, при том, что мы атака. Вот экономику мы уже перевернули, грубо говоря, да? Даже если сейчас они будут камбэчить, то по экономике уже все. У нас уже 2850. Там было жалко, вот еще плохо то, что не пишет, не пишутся в демке голосовое общение, ибо общение было норм. Все информативно, минималистично, как бы, все по минимуму, четко. Мне очень понравилось. Там Windows, Шминдл, там Red, опс. Ну так, выстрелил один раз за раунд, и ничего. Но это только пока что. Чё-то вот как-то мне вот попёр Галил. Не знаю я почему. У пацанов эко, конечно же, за сети. Галил мне очень попёр. Что я сделал? Прострельчик на центр, заодно зачекал, сколько там прошло их. В принципе, инфа практически бесполезная была. Один ушел на лонг, делал минус, молодец. Сейчас надо делать, вот, я делаю минус шарта. Тоже странный, два ствола выходил. Надо помогать лонге. Так как, не лонге, точнее, уже плент, поэтому... Поэтому надо уже подходить на плент и дефать плент с пацанами.
Я чуть-чуть проспал. Дал хэд. С двумя убийствами я стал MVP этого раунда. Ну, это не первый раз. На самом деле хотел поднять ствол. Не успел. Так. Закуп. Гренки, гренки, гренки. Два слепа. Смог и напалм. Сейчас опять попростреливаю прыгунов. Вот тут вообще можно понашивать дурачка. Черт возьми, по своему попал. 7 хп, ну это ничего страшного еще. Вот тоже странный пацик. Сейчас я его буду забирать, не? Не помню. Не, ухожу. Надо помогать. На шарте. Пацанам дали. По шапке. И нормально, аккуратно. Чекаем. Вот он прыгает. Олень. Сзади. Ну и зажим уже. Все. Контролируем спрей. Я нихера его не контролировал. Попросили взять AK. Чувак попросил взять, с которого его выбили. Где он там? Кому чего там? Вот. Все, я пойду с Галилом. Закуп тот же, бронька, напалм, две флеши и смог. У пацанов фарм пушки, петух и так далее. Ой, тоже странный этот клиент. Че он пошел? Вот сейчас будет как-то они будут умирать так стрёмно. Я с плентом прохожу на Б. Включаюсь под Б. Сейчас тут минус 2 это делает петушок. Вот. Как бы. Раз. Надо отогнать пацана. Пусть под флешой постоит, нужно заходить и ставить плен. Как бы расклада по противнику я не знаю. Я знаю, что один был на шарте. А остальные двое мне неизвестны. Ну, один бот, которым рулит там, походу, какой-то чувак. Я так себе подозреваю. Один у них ливанул, кстати, да. Он рулит за бота. А, сейчас будет хоро... Ой, сейчас будет хорошо. Вот так вот Одессочкин тащит, а? Где-то там авик, они что-то пытаются объяснить, где их авик. Вот, нашел я авик. И... мы уже имеем по счету 4... Не-не-не, 7-0-0. Тем временем. Папка тащит. 7-0-0, КДшка. Что там, 3 звезды MVP. Сейчас на прострельчик быстренько. Минус 2 прошедших. Так. Вангу посмотреть нужно обязательно. Как бы я всегда смотрю, посматриваю на мини-карту, чтобы понимать. О, минус 1. Сейчас мы делаем вот так вот. И он еще и выходит на меня. Понимаешь, в чем прикол? Но это бот, поэтому я выжил. А так бы, если бы это был не бот, я бы умер. Инфы периодически было мало. Как бы я только вижу по мини-карте где-то там крестики, точечки и прочая борода. Вот. Поэтому нормальненько. Отстрелялись. И снова минус 2. И снова MVP. Уже четвертая звезда. 23 очка. Ну, пока что фраги идут так более-менее. 3-3, 5-5, 9. У них там 0-1-1-2-4. Вот. Но дальше все будет увеличиваться разрыв, в общем. У нас Вэлли DVG играет с авиком, при том, что достаточно неплохо он играет. Еще один парнишка будет авик подбирать, тоже накидывать, но это чуть позже посмотрим. Вот. Опять же, аккуратно, просто аккуратнейшая игра от тиммейтов. Минимум пиздежа левого, да? Инфа, 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 только инфа и такая мелкая инфа.
короткая. Там через дымы убили пацана. Надо забирать плент. Ой. Ну, это я, конечно, немножко дурку выдал с этим смоком. Надо было забирать. Надо было забирать право, пока тот был слепой. Я, конечно, лоханулся немножко. Ну и, собственно, наш с минимальной инфой. Ему ничего такого не сказали. Я даже не заметил, что этих три оставалось. Ну, бот, как бы, понятно. За бота рулит типочек. Но я не знал, ну, не обратил внимания, что еще один был живой. Ну все, этот раунд, к сожалению, не за нами. Ну, придется, придется. Может быть, как пацаны сейчас камбэк сделают. Начнут отыгрываться. Так. Давайте сейчас продолжим нашу каточку. Обычно опять прострел, два у нас уже авика. Я просто нашиваю так. Рандомом. А гусь. Ну, это может быть. Тем более, вон там гусь гуляет. У него что там? У него авик, значит. Не, у него муха. Авик у бота. Отлично. Бот покупает авика, живой чувак покупает муху. Ну, лангу, конечно же, чекаю. Я с плантом, мне нужно это все делать аккуратно. Лерой Дженкинс только что чпокнул нашего титана. И тут же поймал ответочку. Так, я слышу, нам мне говорят, что там двое. Просто получаю через смока. Очень печальненько, но накидываем туда на палмчик. Авось что-то это и даст. По ланге тем временем пробегает наш один из наших, смещаются все на лангу. Вот, я отошел и вовремя отошел, выпустил как раз на мид типочка и не поймал плюшку, потому что у меня 17 хп. Так, они слепые, оказывается, были. Вот оно что лежало. Оп. Какая красота, да? Ставим плент. Слышим, что с лонги нашивают. И, соответственно, смещаемся под встречу лонги. Сейчас я услышал КДшку. Ну, в наушниках услышал КДшку петуха, но что-то он вообще загнал. КДшку петуха услышал в правом наушнике и чуть ли не в районе сети. Поэтому отловился, спустился справа. Вот такое. Со звуками здесь еще все до сих пор печально, к сожалению. Ну, по крайней мере, я это замечаю. Так, сейчас опять прострельчик, пацки, пробегайте быстрее. Еще два. Пробежал третий. Три ушли на Б, инфа пошла, типа все давайте лангу сейчас подпушим. Ланга мид. Мне что нравилось, вот... Очень-очень грамотно отыгрывают ребята. Так, надо еще раз закрыть мид. И вот не просто так я закрывал мид, там... Оказывается, был сити. Ну, КТшник. Из темки выходит КТшник. Зажал. Ну, чисто так. Домашку подстрелял. Показать профиль. О, подсвечивать игроков. Прикольно. Графики. Ну, у меня тут все хорошо. 12-2-1, как бы мне там на хвосте вылет DVG. Так, X. Что там у нас еще? О,
Меня тут слепанули свои. Он такой типа сори. Я выхожу опять же под слепом. И повезло. Я должен был умирать. Я должен был умирать в такой ситуации. Так, на миду нас ждут. Инфу сообщили. Пацаны, аккуратно. Бум. Дымы, ну. Нашиваю дымы рандомом. Для меня раунд закончился неплохо. Я выжил. Это самое главное. Ну, еще один фраг у меня. Из этого раунда приехал. Один, да, один, вроде. Вот, подсветочку можно пока выключить. Что у нас тут? Графики. Ой, извиняюсь. Опять настреливаем. О, теперь я вижу, что я в никуда настреливаю. Так. Сейчас пойду забирать дурачка. Вот он. Я опять его увидел. И забрал и ушел. Надо подсветку выключить, потому что так неинтересно. А то прям как с читом играл. Я играл без читов. Я играл вот так, как вы видите сейчас. Оп, еще одна голова. Разбитое лицо. Leroy Jenkins, I'm coming for you. Leroy Jenkins. Оп. Нет Лероя. Был Лерой, нет Лероя. Ну, это просто попугать. При том, что мне вот это вот сейчас будет очень интересно на самом деле. Вот я ушел. Сместился. Оп, прошил. Просто рандом. Я все равно MVP. 16-3-2, 11-3-5. Ну, нормально у нас ребята идут на самом деле. В отличие от противников. Стрельба именно хорошо идет. Все-все летит. Мышка меня не злит. Все как надо. Все по стандартику. Опять мы постреливаем через серединку. А ну. Теперь смещаемся на лангу, под лангу. О. Кто-то пострелял. Тут никого, да? Угу. Тут никого. Зачекал, ушел. Увидел, что моего нашивают. Потом стил. Даже вот такие вот зажимы глупые. Все залетает. С минимальной потерей хп. Мне это очень нравится. Пошла инфа, что сзади бежит. Вот, нам сказали, что к нам забегают. Один человечек. Ну и дальше вот так вот это выглядит. Получил в личико парень. Да, когда-то на авике в 1.6 я любил покарать, но здесь почему-то для меня очень сложный авик. Закрываем полностью раз. Оп. Кидаем пуши. Ну и он один. Ланга закрыта, то все. А он был еще и с авиком. Нижнего Тагила. Тут я спросил, кому авик, вернул хозяину. Не хотел я слишком с авиком бегать, поэтому я взял свой Галил, который сегодня у меня пошел. И у нас уже счет 10-1 к тому времени, как вы успели заметить. Так, никто не пробегает потом. Ой, там один прошел, ой-ой-ой, можно смещаться. Что там по счету? 19-3-2, 11-3-6. Так, мид двое, по идее, насколько я помню, да, мид двое сказали. Я занял очень хорошую позицию на самом деле. На шарте минус один, и под слепого его тут же убирает наш
Я, конечно, ему сейчас немножко поднасрал этой флешкой второй. Ну, такое. Вот. И к тому времени счет уже 11-1. Дизмораль, понятно, что в той команде просто ужаснейшая. У нас ребята там переговариваются из серии Good Job. Ну, хорошая работа и все, как бы. И мы просто счет доводим до абсурда. Ну, абсурд, наверное, было бы 0 у противника, но вот так вот, в пустоту работаем. Я понял. Я уже обнаглел. Я уже решил понашивать. Так, этот спалился. Тут их... Так, я закрываю. Опа, муха. Окей, этот дурачок, этот сглупил. Флешку. Отлично, муху я закрыл флешкой. А вот сейчас будет самое интересное, ребята. Мне нужно было забрать плент под двумя. И как все это происходит? Вот так вот. Я выкидываю флешку. И забираю слепого абсолютно чувака. По таймингу как выждал, да? Ну и тут кричат, давайте у него муха. Он на А, то ли на Б. Повис. Блять, я не заметил во время катки такого. Блин, жалко. Надо было, конечно, еще этот. Как его. Вроде альт показывает, как летят гранаты. Ну и... одиночными выстрелами. О, прикольный баг. Почему у меня руки такие? Так, тем временем счет уже 23-3-2, то есть точнее мой личный, и 12-1. Все очень хорошо, нам все нравится, я парнику отдал его авик, то есть купил ему авик. Сам блин, да, попал ему в жбан. Конечно, было плохо. Вообще, вот этот раунд для меня такой... С этого попадания в жбан, для меня этот раунд уже не очень. Ну, мне не понравился этот раунд, на самом деле. Я сижу, выжидаю, там пацаны тулятся, ну и... Не знаю, что сделал этот парень. И вот я не понимаю немножко другого. Я знаю, что в спину идет. И что я тут меняю оружие 10 раз? Зачем? Дурная привычка. Короче, этот раунд для меня такой. Сейчас они его будут забирать. Оп. Скорострелки его забирают. Так. Что у нас? У нас уже тем временем счет 13-1 на самом деле. Хе-хе. И это последний раунд за сторону. Собственно, мы берем сейчас этот раунд, 2 за Т, и можно заканчивать игру. Ну, посмотрим, посмотрим. Так. Оп. Кто-то флешу кинул. Тут флешат. Так, молодцы, молодцы. Просто, ребятки, молодчины. Тут он плюнул из своей мухи, кажется. Да. Сделал мне бубо. Мы отобрали уже плента. Я взял муху. Любимый мой скаут. Закидываю сразу на упреждение. Таки да, есть. Ну так как шорт не был прочекан. Раз, голова. У тебя есть голова. Мой патрон скажет тебе да. Ну, я жду здесь на выходе, как бы, но... Мой тиммейт не хочет давать ему выход. И загоняет его, он сам уходит на зигу. Понятно, что на зигу он не пошел, на шорт. И за ящиком... Ну, разве что он мог быть за ящиком, но, опять же, нужно прочекать сначала. Оп. Все, собственно, первая половина
Тут гудхав, там какие-то крики идут со стороны противников, что-то они там говорят, как всегда нелицеприятное. А мы могли им что сказать? Гудхав? Я написал лол. На самом деле очень здорово все получилось. И нам остается до победы 2 раунда. Да, 2 раунда. Вот, если мы сейчас берем пистолет, у них эко, и мы забираем последний раунд. Ну, это при условии, что возьмем эко. 3 хаешки должны пойти на банку, но что-то со швырянием хаешек у них не пошло, и... Вот, пошла истерика, пошел контакт, шорт, бла-бла-бла. Тут на голова плент вылетел. Лицо разбито, я тут пытаюсь что-то выстрелять. Все. Eco hours. Наше eco. То есть у них eco. А у нас buy. Full buy. Horse buy. Full buy. Не. Пацаны, конечно, посмеялись. Если что, они там маг купил бизона. Что там? А счет 28-4-3. И это последний раунд. И смотри, что делает. Просто папка... Папка минус 2. Две головы отстреливает. Уходит третья голова. И все. Вот, вот здесь вот аномалию я немножко не понял. Он, наверное, перебежал обратно, когда я здесь прикрыл его этим. Ну, ворота закрыли обзор. Потому что он делся аж на этот, наверх. Ну, на шорт. Запрыгнул или что. Так. Ужас, просто ужас. Что я сейчас делаю? Просто забей. Ну, расслабил булки. Как тут можно не расслабить? 31-4-4. Победа. Да, мы их чпокнули. We defeated them. Спасибо тиммейтам. Не знаю, кто такие. Первый раз рандомно закинуло. Так что просто... Все отыграли на ура. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк обязательно. Отпишитесь в комментарии, что как можно поменять или нужно там, ну, на ваш взгляд, что вы думаете вообще по этому делу. Вот, и что? И подписка, конечно, если вам все это нравится. С вами был Одескин. CSGO. Нормальная тема. Все, ребятки, пока.